Стреляли в эти выходные под Нижним Тагилом. В городе прошел евразиатский чемпионат по снайпингу. Задача точно поразить все мишени стоит перед семью десятками стрелков. Необходимо поразить мишени с дистанции в 2 километра. Снайпинг – это очень молодой вид спорта, и очень приятно, что одним из центров развития является именно Свердловская область, Нижний Тагил, полигон «Старатель». У нас здесь рождается новый вид спорта. Он обретает свое новое развитие благодаря совместной деятельности. Отрадно, что соревнования вызывают живой отклик как среди спецподразделений, так и среди гражданских стрелков. Коллектив постарался сделать все для того, чтобы эти соревнования прошли на достаточно высоком уровне. Программа довольно ожидается обширная. Мы проделали достаточно большую работу, как вы видите, чтобы вы могли показать, на что вы способны.